Всем привет! Сегодня я начинаю тот самый влог, который многие хотели увидеть и до сих пор не видели до этого момента, потому что сейчас я нахожусь в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Вот такой вот цветочек. Я не знаю, почему, зачем. Ничем не пахнет. Ну ладно. Ну я вообще не удивлен на самом деле. Достал что-то. А, ну что там, где лежит? Что там? Сосалка, которую он обещал привезти 3 раза. Кольцо. Смотрите, как... Саша, так красиво. Она подходит себе, да? Да. Это что? Спасибо. Зайчик. Так приятно. А это тебе. И мы счастливы. Первая фотография. Итак, Саше только что написали, что в некоторых... Меня уже трясет. Короче, сегодня появились у некоторых результаты по ЕГЭ или по литературе. Зачем они испортили мне такой прекрасный вечер для новости? Калининградская область, код с картинки. И все, сейчас код с картинки и все? 8, 5, 7. Не пришли? Попытка номер 2. Калининградская область. Я не хочу расплакаться прямо на марсовом поле. Не можешь так долго не получать, пожалуйста, мисс. А, нет результатов еще. Ну я правда, я не мог понять, типа, где тут что ставится. Я испугался. Что тут ставится, где? Попытка номер 4. А, надо зайти еще раз. Мы приехали, если что, к девочкам. Идем есть чипсы. Вот мужики пришли в гости. Я женщина, а не посудомойка. Без приколов, мне каждый день подряд такое. Сегодня у нас блюдо от шефа Мария. Что у нас будет сегодня? У нас будет орза, паста с томатиками и тунцом. Обалдеть. Хрючево. Жрите, свиньи, подано. Стал животный. Я только что сказал, типа, какой-то рис странный. Маша сказала. А это орза. Макарошки. Это макарошки. Это как? Я не понимаю. Итак, мы пришли на Марсово поле на пикник. В итоге девочки только что поели фики, а мы будем есть пиццу. Ага. Вот. Так вот, если я ношу кандибобер на голове, это вовсе не значит, что я женщина или балерина. Я прошла афганскую войну, и всем мужчинам желаю ее пройти, потому что мужчина определяется не словом, а делом.
Имя Ибрагима вам что-нибудь говорит? Погнать, Клава! Ну нихуя, прям реально хорошо. Нихуя, малыш, ты просто бомба. Французский круассан. Ну вообще. Да мы. А знаете, как Миша посмотрел эту фотографию? Вот так. Хорошая? Если хорошая, ставим лайк. Вот пришли в гараж. Пришли самые прекрасные люди на этой планете. Сидим в гараже уже полтора часа где-то. Сейчас будем кушать, вот. А потом будем встречать Сешу с работы. Самые красивые люди на этой планете. Но Саша красивее всех. Вот. Нет. Было. Метрополитен. Я сказал Бифантен. Настроение, играем, глухой телефон. Какой глухой? Сломанный. Сломанный. Сломанный глухой, какая разница? Это его влог. Это мой влог. Это твой влог. Мой влог. Я во влоге. Она во влоге. В общем, ситуация вот такая вот, вещей чуть-чуть, да, при этом, когда Таня говорила, давайте что-нибудь, ну, наверное, выбросим, она достала, 10 пакетов. Она достала из одного пакета огромный пакет с пакетами, она хотела перевезти на новую квартиру пакет с пакетами. Так, не обращай внимания на мой вид немножко, да, такая. Fashion community немножко, да? Где прыгать? Да вот сюда, Таня. На счет три прыгаем. Давай. Раз, два, три. Это, если что, идея была Танина. Давайте я на следующем лифте приеду. Трение в переезд. Причем не наш. Помощники. Нет. Я не знаю, как это комментировать. У одного человека столько вещей? Да. Тань, ты, конечно, пиздец. Лимузин. Заказала Таня, сейчас поедем. Чтобы в комфорте ехать. Да, пати-бас. Фу. Ну, начинаем загружать теперь туда. Подожди, там еще закрыто. Куда пошла-то? А куда, в дом? Вот новый Танин дом. Раз, два, три. Вот оценка нового дома Тани. 10? Пока что меня все раздражает здесь. Спасибо, потому что я переносил все вещи. Короче, Саша ездил в Выборг и купил своей сестре вот такую вот игрушку. Просто я не могу, это так мило, это просто. Я теперь хочу у нее украсть эту игрушку ради Миши. Это просто милейшее, я не знаю, я милее ничего не видел в этой жизни.
Мы с Сашей пришли покушать в заведении Mountain Coffee. Я взял себе драники. Саша не даст соврать. Я сегодня с утра хотел их. И когда меня пригласили сюда поужинать, я увидел, что у них есть драники, и мы пошли этим же вечером есть драники. Вообще, очень милые друзья там работают, очень хорошие люди, все такие добрые. Как тебе? Привет. Что это? Это вкусное, я попробовал пока только ее. Сали матчо. Шарлотта. Когда влог? Влог когда? Время идет, ничего не меняется. Маша, опять готовить. Итак, что у нас сегодня? Бургер. Окей. Кепчук из Икеи. Но у меня сегодня ушло... Что это? Салатик. Сама делала? Да. Верим. Доказательства. Вот лысая Ариана Гранде. Что? Слив на Ариану Гранде? Мяу! Не видела Я. Не подгорели, подрумянились. Вкусно пахнет так. Наготовила. Сейчас попробуем, что Маша приготовила. Итак, сегодня у нас на обзоре вот такой... Это мукбанг! Сегодня у нас вот такие вот бургеры с... Фалафель. Ну, поехали. Итак, тестинг. Самый честный обзор. Сам шугачиса? Угу. Да. Вы же сказали все. Я зафигачилась. Такая остринкончик. Да. Но мне плевать. Да, я мать, и я хочу танцевать. А, я умею танцевать. Сегодня у нас будет... Сегодня у нас будет вот такой просмотр фильмов. Просмотр фильмов называется «Закрытый влог с Сашей на Ютубе». Окей, let's go. Сегодня уже 13 февраля, это все уже прошло. Но эти два дня были просто потрясающие. Так, девочки посмотрели влог, который закрыт. Ваша оценка. Это должно быть на канале. Поддерживаю свою жену. 100, нет, не 100, 500 лайков и выложим в открытый доступ. Значит, никогда. Реакции ставим, лайки, колокольчики. А если залетит на миллионы просмотров? Не залетит. Первое место в топе Ютуба. Доброе утро. Доброе утро. В общем, настроение... Не самая счастливая. Саша собирает сумку. Точнее, не собирает сумку, а просто свои вещи более-менее хорошо складывает. И через час мы где-то выходим из дома за 5 часов до вылета, потому что девочки тоже уходят из дома и потом ворочаться и возвращаться обратно мне и возвращать ключи мне не хочется совсем. Ну вот я собралась ехать на экзамен. По какому? Сама не знаю. Понятия не имею. Наверное, вот по такому. По такому бы я бы точно сдала. Сдала бы, Саш? Уже сдала на пятерку. Все, мы собираемся от девочек. Поели круассан из самоката, с малиной и с чем-то еще. Всем советуем. 10 из 10 берем каждый день. Я уже много раз рассказывал про Инстакс в телеграм-канале, что мы делаем очень много кадров на них, на него. И здесь, я не знаю, сколько кадров, но я не знаю, у меня просто любовь. Ну это просто... Как бы
Аж слов не подобрать. На самом деле, не всегда Инстакс удается там запечатлеть момент, потому что, грубо говоря, вот это вот мы фоткались на закате, позади нас Петропавловская крепость. Здесь это было сегодня ночью, типа, там тоже было уже светло довольно-таки, но плоховато видно. Но вот это моя самая любимая. В общем, берите Инстакс, просто запечатляйте свои моменты, потому что это очень супер круто. И я до последнего откладывал этот момент, когда можно использовать эту камеру. И вот этот день настал, и эти фотки можно будет хранить очень долго. Вот. Очень мило. Нет, ты сама лезешь в камеру. Следующая остановка — станция метро Пионерская. Ой, здесь счастливый. А год назад, ой, не год назад, несколько месяцев назад был грустный. Это я пытаюсь не подавать вид. Чё? Какать. Вот, ждём самолётикс. Летим в Арабские Эмираты, если что. Мы сделали на последние 3 кадра фотографии. Показываю, внимание, просто. Почему мы не могли сделать такие же крутые фотографии до этого? Надо было просто приехать в аэропорт. Да, через неделю. Короче, вот первая. Вторая, вот такая. Мы просили девочку нас фотографировать. Получилось тоже мило. Красота. И вот это просто. Хочется. Если хочется, ставим лайк. Вот, остался последний шаг. Туда Саша уйдет. И все. И мы снова не увидимся месяц. Меня трясет. Такой я не бритый. Я тоже. У меня как будто это... мошонка на лице. Блять, влог кринж какой-то, я вообще не понимаю. Все. Давайте. Всем пока. Поки-поки. Оценка нового дома Таня.